Загрузил. Но мне нравится Класс. Доту игра. Сейчас тебе скину просто. Опять черный экран. Класс. Я тебе скинул, если что. Мне просто ничего не показывает даже жизни. Опять? Да ты издеваешься, Дота, блин. Я опять переподключаюсь? Что за хрень-то с тобой? Сегодня. Все же работало. Или еще опять как с этой... СМТ-шка, которая вообще теперь не запускается. Нормас так. У меня вылетает ошибка на каком-то языке дебилов, короче, и все, типа, не запускается. А ее исправить все. можно. Как? Видео посмотреть. Я уже пробовал, ничего там не находится. Темплар Ассасин пошел уже, жопу. Понятно, потому на боссе опять YouTube... я пошел на мидл, значит. То, что YouTube это такое плохое. Создание, да? Да, там ничего невозможно найти. А меня бьют, да кто меня бьет-то, алло? Кто меня только что бил, алло? Мне придется силку юзать. Че, пацан слез, возможно? Про пацан слез. Ты, да, блин, вообще хоть играешь. Короче, я, наверное, пойду. Все равно. Какой ты дурак, что ли? А че, ничего не работает? Не Майнкрафт этот тупой. Нет, ничего не работает. А ты запусти не через Forge. Ой, жопа, всё, у меня хватит. Вообще ничего не работает, я не могу просто. Все, пока я сегодня джу. Данилка чуть пригорела, ребят, да? Алло. Алло, вот можно было тупо отформатировать, я бы все бы удалил и все. Нахрен. Переустановил бы все это, и Steam это, и всю эту хрень. Ты там не плачь, смотри. Пошел в жопу. Да ну! 300 лет спустя! Оно загрузилось! Давай, вот теперь опять... обостри штаны от радости. Охренеть! Охренеть! Как жестко. Как жестко все лагает. Что за хрень с этой игрой сегодня? Я не могу, чё за хрень с этой... Мне игра лагает. Так ты зашел? Вроде не лагает, ну. Конечно, сейчас вот там все 10-е левела, ну. Я 7-й пока что только. 7-й тут тоже... Хрень тоже 7-го левела. Господи, чё так лагает-то? Ни хрена, 13-й левел, чё это? Я за тебя иду, ой, там жопа лагает. У меня даже лагает там. Ща, потом сольём! Да господи, не лагай, мышка тупая! Смотри, что сейчас будет? Сюрприз! А, ты за вот эту хрень играешь? Нормальный. А, я думаю, ты за какого-то другого играешь. Ты про чё говоришь? Вообще первый левел. А чё так мало киллов? Чё это? А, я знаю этого героя. О, второй левел, чё так быстро? Наверное, потому что 300 лет, наверное, не знаю. Мне даже ты лагаешь, чё за хрень будет? Всё, пушим! Пушим, быстрее, Данил, чё ты встал, ты придурок? И если б я мог, что если бы мне не лагало, то... Вот. Ну, опять дебилы тупые, быстрей! Всё, бегаем, бегаем, бегаем! Ну все меня убили, чё у меня? Все, меня убили. Я видел. Меня залагала игра опять. Да господи! 3 секунды, господи. Сейчас, подожди. 300 лет! У меня зашлось-то! Вообще класс. У меня даже звуки запаздывают, пипец. Чё? 5 дот звук. Я даже в настройки зайти не могу. Чё за хрень? Это не игра, просто... Ты отключился от игры. Все, короче, я пошел. Ты просто мне это на. Все, пока, короче. Ты дурак. А че у меня я не отключ. Блин, я пуск нажал случайно. Я не отключался, у меня все работает. Алло. Алло, че? Не, я не отключался. Ты Майнкрафт будешь играть? Ну, наверное, да. Че, доиграй по фасту.
Я тоже сейчас буду играть, у меня ничего не вылет. Ой, бомбит меня жестко, просто так бомбит, как раньше не побило. Денис, помнишь, что мне говорил программ, который добавляет FPS в играх? Чё? Помнишь, что мне говорил программ для увеличения FPS в играх? Ну и чё? Скинь, пожалуйста. Ты дурак, она вообще за деньги. 250 рублей в неделю надо платить. А, нет, 200 рублей в неделю надо платить. Ни хрена себе. Это нормально. Ни хрена себе нормально. Вообще охренели, что с ним просто мне бомбит. Зато FPS поднимается. Да жики хрену. За 200 рублей? Какие-то кадры, это просто. Ты дурак, за 200 рублей, знаешь? У тебя в GTA 5 будет 60 FPS на твоем компе за 200 рублей. Программа конченая. У тебя в доте на максималках, вот с этой программы, знаешь сколько? Я тебе, вот можешь не верить, можешь верить. 228 тысяч FPS, да? 300, 300. 300, 200. Ну, можешь падать до 100. Максимум до 100 можешь падать. В GTA 5 знаешь, у тебя хотя на бы тут ультрах будет 60 FPS. Я сейчас на низких 60 FPS. Если у меня вообще... Да господи, заткни окно-то, тупой компьютер. Господи, как мне это достало. Спокойствие. Почему мне не переустанавливается Windows? Сейчас бы все было нормально с 10-й винтой. Если бы не тупая эта клавиатура, которая ты... Из-за тупой 7-й винды я не могу переустановить Windows, знаешь почему? Почему? Алло. Алло. Потому что у меня не всегда, потому что у меня вообще должна клавиатура всегда работать. То есть она должна выключена и должна работать, но она не работает. Выключенный компьютер или что? Должна работать, даже когда выключен компьютер. А когда я включаю, ну то есть она выключена, а у меня не работает. Когда я включаю компьютер, она у меня секунду горит, все, она выключает, я ничего делать не могу. Прекрасно, да? Охрененный компьютер вообще. Да вообще. Я обожаю. Короче, я пошел. Стал в шопу эту доту. Во что ты пойдешь? В Майнкрафт. Так ты мне сам предлагал. Я бы не отказался от Майнкрафта. Пошли. Так я доиграю сейчас, погоди. Короче, я сейчас пойду поем. Короче, ты мне в ВК напишешь, когда ты доиграешь. Кофни. Окей. Если у меня это